Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Вы на канале Нефрит 1987, с вами лицемер, лунатик, фанатик, еретик, а проще Нефрит, ну и его обворожительная помощница. Лейтенант, ребят, привет. Тут как сразу же запел это, а? Да. А мы продолжаем проходить Silent Hill 2. Да, как вы помните, мы начали сценарий за Марию. За Машку. Да, за Машку. За Ляшку. Машку-ляшку, да. И, конечно, знаю, ставить Люба, подписываться на канал, оставлять ваши комментарии, нажимать на колокольчик, пока наше новое видео. И вступаем в две группы ВКонтакте. Наши 90-е и пока 59, пока только для жителей Перми. С нами важно и интересно. Да, кстати, сейчас для жителей Перми очень классная тема. Карманный Windows. Да, карманный Windows, короче, порт на флешке. Короче, винда на флешке. И... Ваша винда всегда с вами. Да, тем более сейчас пока это только вышла, эта новинка. Продукция от меня, да, новинка. Она идет, если вы сделаете репост, 15% скидки получаете сразу же. Показывает репост, когда мы с вами встречаемся. Ну и также в дальнейшем, думаю, в ближайшем будущем мы с другими городами будем также работать. В общем, заходите, смотрите, да. Вступайте. Все верно, мы продолжаем. И не забываем, кстати, ставить Люба, точно. Я сказала. Да, а мне все равно сказать. Ну ладно, а мы, собственно, продолжаем. Блять, вот тут же мышки. Мари, мы тут сохранились. Сука, подожди, я сейчас опять да, разбираюсь. Я пока рассказываю, знаешь, что мы тут творили. Мы тут Машку, нашли... Машку за ляжку, блин. Это у нас что-то А куда мне бежать-то? Я не помню. Камин. Куда? Камин. В камин? Там песенка была. О, мы в камин лезем. Ту-ду-ду-дум, тум-тум, ту-ду-ду-дум, тум-тум, ту-ду-ду-дум, 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 тум-тум. Куда мы влезли? Ту-ду-ру-ру-ту-ру. Мне сразу же Adam's Family вспоминается. Ой, что-то лежит. А, это еще одна табличка, и вот там еще одна лежит, блядь. А у меня Адамс Фэмили в башке теперь играет. Ну, я взял. Из-за этих лестниц. Итак, что еще есть? Как красиво, слушай, пейзаж выглядит. Здесь все красиво выглядит. Да, и у Машки ляжка хорошо выглядит. Так, ладно. Че мне надо тыкнуть? Машку? Машку тыкнуть? Не надо Машку тыкать. О, господи, сейчас же эти я вспомнил подбирать. Да. Еще и правильно их подобрать все. Да. Именно так. Красную табличку отверстия. Блять. Сейчас интересно, какую. Может, вот эту? Нет, все, нет, черную. А тут еще и поворачивать надо. Ёлки-палки. Что, мне рисовать, да? Нет, ну не так. Да. Так. Попробуй черную поставить. Причем повернув ее на... Нет. Я повернуть надо было два раза. 90 градусов. Два раза тут нельзя, только один раз. Ну один раз на 180. А я и повернул на 180. Вот это не так. Не-не-не-не-не. Нихера. Ну, сейчас геморрой начнется у меня. Черненько уже неправильно. Блять, как все должно выглядеть? А вот кто б знал? Может тыкнуть просто. Аккуратно вырезанная. Вместе с тобой умерла радость. Все, что осталось, это отчаяние и бессмысленное будущее. Но я не сдамся. Еще раз увидеть твою прекрасную улыбку. Еще раз просить милости богов. Я жду этого дня, когда дощечки накроют все
Все, печаль утихнет, но пока мои мечты не станут реальностью, мне придется терпеть боль. Надо, чтобы они все закрыты были, значит. Г-г-г. Я это понял. Требую помощь зала. А ты уверен, что первый надо красным ставить? Не знаю. Я же наугад поставил. Вот я думаю, что сначала, наверное, черную надо. Хорошо. Ты уверена? Нет, но я думаю так. Да, я что-то надумала. Дальше. Надо посмотреть, что можно еще как закрыть отверстие. Да, окей. Покажи мне эти остальные отверстия, эти карты, таблички. Какую? Наверное, белую. Окей. Повернуть ее надо. Куда? На 180. На 180. Да будь по-твоему. Блять, таких на день получается опять. Предлагаешь никаких вариантов. Я пока сам не могу допетрить. Блин, ну нужно сначала поставить. Блин. Блин. А вот мы тупим, ребята, не обессудьте, мы тупим просто. Сложная загадка. Ну да. А если белую сначала поставить? Я что еще вначале буду? Все, обследую, может, что-нибудь найду полезное. Ну давай походим. Ну, окей. Мне бы бумажку и ручку. Надо просто понять, какую первую поставить. Реально белую первую надо поставить. Короче, ладно, будем пробовать твоими. Ладно, белую? Да. Хорошо, ну, поворачивай тогда я буду. Блять, что-то не хочешь поворачивать. А ее не по первой, ты не поворачивай. Да. Хорошо. Теперь, блять, я думаю красную. Красную, хорошо. Сейчас пойму, как ее повернуть, блять. Если получается она так выглядит, значит так попробую. Сейчас все проще мне открылось. Мне все проще все открылось. Мне все проще все открылось. Та-та-та-та-та-та-та. Теперь все до меня дошло. Все отлично, вообще все отлично. Та-та! Ну, молодец, чё? Та-та! Та-та! Ну, и от какого места это ключ? Акации. Помнишь, дверка была акации где-то там? Ну, наверное. На втором Ладно, этаже. Пошли. Ту-ду-ду-дун-тун-тун. Блять, быстро как-то ту-ду-дун-то.
Ту-ду-ду-дун-тун-тун-тун-тун-тун. Песенка-то небольшая. Ту-ду-ду-ду-ту-ру-ру-ту-ру-ру-ту-ру. Эрнест? Балдуин. Are Балдуина нету. Сука. No. Да хватит базарить. Беда. Это музыка. А чё это мы тут лежим? А, мертвые, смотри-ка. А чё тут трупы лежат? А, тут ну, же лежат они, и... они же не исчезают, это же тенерез. Да, тут же баба Нюра-то не приходит. Баба Нюра-то не ходит, да. Грёбаные коты, блин. Терпеть так их не могу. Так использовали, пошли. Да я тут из кофе волос доставал. Прикольно. Я говорю, грёбаные коты. Так. Так, блин. Вообще не так. Похоже, а что-то замок. А чего сделана юбка, что она так блестит? Ну, смесь лака, кожи и еще что-то там, как делают вот эти вот блестящие-то. Ну, окей. Интересная юбка стала, да? Тоже такую захотела. Угу. Чтобы я на себя внимание, да, больше уделял? Чтобы не смотрел на других девок, да? Да. Я взял спички, блин. Поздравляю. В детской. Спички детям не игрушка. Да, кстати, это... Покупайте зажигалки. У кого есть дети... У кого есть дети, давайте играть с огнем. Можно обжечься. Угу. Это детям. Burning down. Кому что? Ту-т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 у-
вот так вот. Вверху потолок. Внизу пол. Наверху потолок. Прямо. Стена. Отлично. О, господи, я Опять прикинь, куда-то как мы это вышли. чёрта. She fell out the window. Call an ambulance. Don't move her. Где кто нахер? Что произошло? Вот бы немного света. Так, у меня есть спички. Блять, а где что свечки. Что поджечь? Свечки. Вот я ищу вот, свечки. Скорее свечки. Свечка одна. Ну, хоть одна. Свеча. Ой, не туда беру. Ты потом решил поджигать, да? Да. Блять, как это сразу же локация изменилась. По локация камера. Честно, что-то лежит. Это открытка. Моему родному папочке с днем рождения. Дорогому. Эмили Болден. Так, что дальше читать, да? Да. Все, начиталось. Спасибо, мы взяли открытку. А надо мы этому мужику подвесу, наверное. В окно этому Болдуину. Ага. Смест? Болдуин. Где же я еще помню, где-то Болдуин. А, Паразиты 2. Андрюха, ты понимаешь, наверное, меня, если ты сейчас смотришь. Кстати, ребята, есть очень отличный ютубер. Андрей, опять у него свой канал. Тихо. Ой, чего? Ну ты чё, вообще не слышишь, что ли, что тут разговаривают в Silent Hill? В игре. Она тут рекламу ведет. Я рекламу веду, да. Супер. To my daddy. Вы поняли уже? Кстати, да, продолжим. Какая? Нет, бежит, мы продолжим. О! Ноги. Отличный у него контент. Он в данный момент проходит ремейк второй. Нет, он закончил его. Ну, он закончил недавно ремейк. Он Red Dead Faction или как он там? Я не помню, как эта игра правильно называется. В общем, он проходит отличные игры, интересно. Очень. Так что заходите к нему, смотрите, его можно найти в друзьях, в YouTube. В ютубе у Нефрита на канале. Ну что, мне сюда нельзя? Нельзя. Там окно. Странно, куда-то я вышел не туда, значит. Да, ты вышел не туда. О, блин.
Блевалка. Болдуин, у меня тебе бонус есть. От точки. Ни хрена. Он не хочет забирать его. Ой, двери открылись эти. К нему. Ну хрень. Эрнест! Эрнест, ты где? Ну, на следующий шарак. Да, она еще что-то видит. Ого, фунфурики, конечно, как их не заметить. Ох, не знаю. Самая главная алкашка. Она фунфури быстрее видит, чем эти, чем доширак. Ну, тараканы опять эти. Ну, боже мой, кого не люблю, так это есть. Она такие звуки стала лезть при убийстве насекомых. Да она вообще при убийстве кого-то. Ты же говоришь, ей же печально убивать. Да, ей жалко, попочек жалко, ножки жалко. Вон даже таракашков ей жалко было. Теперь здесь открыто. А здесь? Здесь открыто. А, отсюда мы пришли. Да. А что за дверь? Хрен там. Ну, как всегда, не все двери открываются. О, тут еще больше дверей. Давай сначала входим только туда открыть. Ой, там стоит кто-то. Ой, там кто-то идет. Нет, там идет, не хочу, там стоит. Вон стоят ноги. Там ноги стоят. Ноги стоят. Дикие ноги. Короче, все. Только две двери. Которая открыта тогда была вот сейчас вот эта вот. И куда она ведет? А, ну отлично. Мы просто дали крюк. Угу. Значит, нам в ту, где кто-то шел. Кто-то шел. Кто там может ходить? Блин. Вообще беда. Я тут сейчас заблужусь так нафиг. Дверей много стало. Не вовремя перезарядка. Попочка. Он даже вот с кривушкой не успела побыть. С кривушкой на мне меньше, еще больше не нравится. За ней хрену гонишься. Ну ты попочка прикольная. Давить? Не знаю, не увлекаюсь я этими попочками. Да, ладно, попочка, это не будет. Мне больше натуральное нравится. А что, они не натуральные? Ну, как бы она не похожа на натуральную. Она как бы монстр какой-то, монстряк. Добрый пас. А там туман опять за этими окнами. Там. Классический Silent Hill. Да. А мы бежим дальше. Бегаем по домику. Все вперед, вот. все вперед. О, дверь. Не, нифига, не вперед уже. Там такого. Здесь швабры и ведро. Ладно, понятно, мы полы не собираемся тут мыть. Баба Нюра тут оставила нам. Баба Нюра стала сами брать ее с собой. Все. Вообще. Слышь, Болдуин, ты где там, блядь? Так я буду ходить туда-сюда. Ох ты ж, блядь. Там еще. Там ноги ой стоят, но они это... замедленные. Ой, ножка зашел. Да.
Так, тут что есть? Комнатка маленькая. Все четыре. Понятно. Не нужны. Утерянные воспоминания. У меня есть надежда, вы даже можете назвать это верой, что существует чудо воскрешения мертвых. На холме, где пропадает свет, зверь спел свою песню со словами крови, каплями тумана и сосудом ночи. Могила открылась. Люди рыдали в страхе и радости воссоединения, но моя вера и свое спасение кузнечи... Чё? Кзу-чиль-пала. Не погребла-палась. Об этом также говорится в древних легендах. Еще первые последователи верили, что смерть не конец, а просто путь, по которому умершие возвращаются к природе. Также они верили, что процесс был обратим. Внизу страницы что-то написано. Это написал Эрнест. Что это может значить? Кровь красный, туман белый, ночь черный. Заебись, блядь, я не помню. Это про таблички было. Слышишь про таблички? Таблички здесь никак не могут сюда относиться. Почему? Мы бы дверь-то эту как открыли, скажи мне. Сюда попали бы мы. А, ну да. Так, кровь красный, туман белый. Да блин, это и так понятно, все. Погнали. Начинаешь. Да, и так понятно, если. Что в дверь? О, там походил Эрнест теперь. Do you know a little girl named Amy? Why do you ask me that? This letter to my dearest daddy. It's from a girl named Amy Baldwin. Your daddy. Yes. Where'd you find that? Up in the attic. Oh. What a fool. Now, when it's too late, I finally understand why. Why she was there. Why she was holding that empty envelope when she fell. Ernest. Amy. She isn't. I'm sorry. I'm sorry I reminded you. No need to apologize. You didn't remind me. I've never forgotten. Maria, some things we forget, and some things we can never forget. It's funny. I'm not sure which one is sadder. It's been 10 years, but I still... Ernest, I'm sorry. I didn't know. No, it's fine. Maria, that letter... I'll leave it here. Thanks. You must be... That's why... That's why you could see me. Huh? So, perhaps that means that I can hope for a miracle as well. What do you mean? In the apartments next door, there is a bottle containing a white liquid.
I don't know exactly where it is, but I know it's in there, somewhere. I must have it. You want me to get it for you? Please. Why don't you just get it yourself? If I could, believe me, I would. But I... White liquid. I'll open the stairway door. Ernest, do you really believe it will work? I don't know. Well, that's okay. I don't mind fighting for an impossible cause. Anyway, it beats just giving up and doing nothing. Maria, thank you. Супер, блин. Да. Руками папе не нашла на месте посмотреть на открыткой. Ну, что ты за внимание там обращаешь? Смотри, на него смотришь. Он же нам не нужен, получается. Чем ты на него смотришь так? Ну как она на него любуется. Угу. Понравилось ей. Ладно, он откроет где-то нам дверь на лестницу. На лестнице. You think miracles really can happen? This is Silent Hill. Yeah. Maybe that's the problem. Oh, Maria. You think too much. I'm from here. This is my town. Отлично, это ж Silent Hill. Чудеса случаются. Только в Silent Hill. Дверь на лестницу он откроет. Это значит где-то здесь, наверное, да? Может, нам внизу там сгорает, а грабочку подходит? Здесь не пройти мешает стена? Откуда она тут выросла-то? Видишь, за жопу стена. Так я тебе говорю, откуда она выросла? Ну, откуда? Вниз. Я же отсюда пришел. А, теперь здесь открыто. Вот здесь. Нет. Вот сейвилка. Надо проверить тут все. А вон ты были. Ага. А, понятно, он там, видать, переоткрыл все где-то в другом месте тут. Если нас сюда вывело все. Да. Ну, ребят, на сегодня... Сегодня это все. Да. Вот, столько же времени, кстати, потрачено. Не забываем ставить Люба. Подписываться на канал, оставлять ваши комментарии. Нажимать на колокольчик, чтобы искать наше новое видео и вступая в группу ВКонтакте «Наши 90-е» и ПК-59, пока только для жителей премиум. С нами важно и интересно. Ну и всем пока-пока, до новых встреч! Чао! Let's rock!